Привет всем, с вами Норд, и мы проведем первый взгляд на игру под названием Beat Souls. Игра на английском языке. Ну, я думаю, так, старт обучения есть. Я думаю, здесь будет не так сложно. Так, как прыгать? 2 из 5, нет, надо обратно. Так, ну, пробел. Пробел, либо Е. W. Так, характер left, лево-право. Ну, в принципе, можно было обучение, наверное, не проходить. Так, ладно. Catch the beat soul. Что? А, это эти души должны собирать музыку. Так, хорошо, это понятно. Так, четвертое. Что делать там тут? Так. Не геймпад. Так, куда двигаться? Другая кнопка. А, вот. Лево-право все-таки. А ID — это мы перемещаемся, а на стрелочках это мы их смещаем. Причем вниз. Так, еще раз, что мы пропустили. Ага. То есть вверх-вниз еще нажимаем. Здесь какие-то синие души, здесь желтые. Так, здесь надо. Вот, желтый желтым. Хорошо. Так, пятые. Так, вверх-вниз. А, вот теперь нас обучают, чтобы мы брали синие души. Так, здесь. Такие, здесь синие. Хорошо, ладно, с этим ясно. Так, единственное, что еще хотел посмотреть, если мы будем стоять здесь и вправо, только на две. На две клеточки от нас. Так, хорошо, выход. Ладно, сейчас закончим. Комбо. Так, все, можно ходить. И можно. Так, характер. Что за характер? Микото. Микото. Мэй. Нене. Ринко. Микото. Так, ее выбрать можно, этих выбрать нельзя, потому что надо, видимо, кто-то пройти сначала. Achieve May the Beat Companion. Короче, надо ее открыть. Так, выходим. Уровень 0 из... Так, уровень 1, опыт 0 из 100. Achievement. Что тут есть? Что-то тут есть. 42 звездочки. Так, значит, 42. 42 награды. Так, опции. Start Select. My Stage 1. Так, уровень 1, Normal. А, это начать. Так, хорошо. Пока не сложно. Сердечко не знаю, зачем дали мне. Первый уровень простой. Все, прошли. No damage, full combo. Fight score. Так, new record. Level up, второй уровень. Плюс 100 опыта получили. Так, play again, stage select. Так, следующая. Part 90 BPM. Быстрее или медленнее.
разблокировано. Так, и разблокирован второй уровень в нормал. Так, что-то еще разблокировано. Так, а здесь у нас сколько был? BPM тоже 90. Так, вверх. No damage. 3 звезды. Так, фильтр какой-то. Попробуем hard. Скорость-то одинаковая. Ну, пока глаза не вырывает. Вся вот эта палитра цветов. Но я думаю, в будущем сможет. Так, все, прошли. Так, селект. О, опыт 150 дали. Так, и ничего не разблокировали. Так, хорошо, следующий уровень. Еще есть мой плейлист какой-то. Нет, это не мой плейлист. Так, new. Normal, 2 звезды. Смотрим. Так, интересно, мы... А, мы не можем. Это я просто хотел. Так, надо рестарт сделать. Ретри. То есть мы не можем подбирать эти души. У нас тогда теряется хп, а лайф у нас, по-моему, 60-59, да. Право внизу — это наше здоровье. Я думаю, второй уровень тоже не будет сложный. Тоже был простой. Так, 100 опыта. Ну, мы разблокировали хард. И следующий уровень. Так, хард. Ну, наверное, сразу в следующий будем переходить. Нет смысла сейчас проходить эти харды. Там просто чаще двигаться придется. О, здесь что-то бодренькое. Здесь что-то поинтереснее. Так, ну глаза чуть-чуть начинают сливаться. Вся вот эта вот суета. Так, пошли дальше. Окей, окей. Четвертый уровень. Так, вот сложности пошли. Первые.
по-моему, я где-то промазал. Потом узнаем. Так, no damage, full combo. Нет, все хорошо. Все прошло хорошо. Но было уже посложнее, конечно. Так, пятый уровень. Так, здесь у нас... А, здесь еще прыгать придется. Потихоньку нас подготавливают к тому, что будет полный экшен. Хотя бы не скучно. Сейчас уже не скучно. Они, правда, повторяются. Так, хорошо, здесь нас научили прыгать. Идем дальше. Глаза немножко напряглись. Но пока чувствую, так, опыт уже по 200 дает, третий уровень. Уже чувствую, что становится немножко сложнее и сложнее. Так, сколько всего там уровней? А, 45 написано. Либо максимум 45, либо что-то потом еще откроется. Так, это у нас 7-й. Там есть что-то очень ритмичное. Так, вот первый косяк. Так, вот пошли косяки.
Так, я не допрыгнул. Из-за этого сбился. Здесь я ошибаюсь. Второй раз. Ну ладно. Не всегда же проходить изумительно. Так, 8 уровень открылся все равно. Предыдущий был сложнее. А, все. В самом конце. Ну ладно. Там немножко поменяли позиции и немножко сбился. Так, вот что-то быстрое такое. 130 ударов в секунду. Или минуту. Так, глаза начинают говорить до свидания. Но пока держится. Так, ладно, это было быстренько. Так, то сколько здесь? 160 BPM. Я думал, 130. Так, 120. Сейчас, когда еще синий душ пойдет, там вообще будет экшен.
Так, я не знаю, как здесь проходить. Да, это посложнее намного, чем предыдущие. Так, вообще-то я нажал влево-вправо, он два раза влево пошел. Так, ладно, следующее. 120. Забыл. Ну, хорошо. Так, ну и на последнюю пройдем. 12-ю. Пока эту музыку мы не слышим. Так, а есть какой-то NNS-стейдж. Вот, кстати, мы ее попробуем. Визуализация изменена. Так, я понимаю, что здесь, в принципе, все будет то же самое. Ачивку разблокировали. Так, Ринку стейдж 1. Так,
Пойдем искать Ринку. Вроде первый уровень, но уже изменением цветов. Нам кто-то другой. Нет, все, больше никто не открывается. Это все у нас идет Ринку. Так, ладно, попробуем тогда. Так, что там за музыка здесь? Нет. Нет. Ладно, тогда там попробуем. 12-й. И после этого уже завершим наш первый взгляд. Пройдем, не пройдем. Пройдем в любом случае. Приятный уровень. Довольно-таки. Так. Тут разблокировали какой-то мод. Что за мод? Так, где его нам найти? Шоу мод. Так, EQ Arcade. Шоу мод. New. Так, Leo 0, 120 BPM. Здесь у нас 3 уровня всего лишь. Так, ну попробуем. Ранкинг. А, ну пока нет. Так. Попробуем. Это должно быть самое сложное что-то. Наверное. Либо это бесконечный мод, то есть это будет постоянно. Возможно будет меняться. Сейчас узнаем. Game over. Так, game over. То есть у нас сколько, у нас совсем мало хп. А да я вообще не вижу хп. Уровень 2.
на уровень. Так, да, здесь что-то сложное. Так, хорошо. В принципе, на первый взгляд, я думаю, много чего посмотрели. Можно выходить. Благодарю всех за просмотр. С вами был Народ.